Должны успеть в срок. В Брагино продолжают возводить два детских сада. Один из них находится на улице Строителей, другой на проспекте Дзержинского. Оба здания типовые, в форме буквы «Н» и рассчитаны на 90 мест. В каждом садике будет 6 групп по 15 детей, в которых предусмотрены игровая комната, спальня, буфет и туалет. В здании также будут музыкальные и физкультурные залы, пищеблок, стиральные и гладильные комнаты, медкабинет и кабинет логопеда. Фактически объекты готовы к сдаче. Сейчас приступаем уже к финишной отделке. Делается благоустройство. Планируем к концу месяца уже начать устройство малых форм. Стоимость строительства двух детских садов больше 100 миллионов рублей. Их возводят по нацпроекту «Демография». Всего в этом году в регионе должны быть введены в строй 10 дошкольных учреждений. 3 из них уже открыли двери для детей. Еще 7 ждут своей очереди. Скоро наступает уже сложная погодная ситуация, и нужно успеть. Подрядчик успеет завершить благоустройство. Сейчас инженерная система внутри здания уже есть, отделка уже вовсю идет. Таким образом, мы можем спокойно констатировать, что все работы, которые у нас были запланированы, будут завершены в срок. Время не потеряно. Есть еще и силы у подрядчика, и желание. Хотелось бы, чтобы вот это все вместе совпало. Это объекты, как говорится, этого года, которые к Новому году должны нас всех порадовать.